Так, всем привет. Сегодня покажу, расскажу, как сохранять трансляции, сделать так, чтобы они сохранялись автоматически. По ссылке логинитесь, проходите в свой аккаунт вовнутрь, в правом верхнем углу. Вы находите свой логотип, свою иконку, нажимаете на нее. Сейчас найдем. Так, 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 вот в правом верхнем углу. Ага, нажимаете ее. Панель управления автора. Дальше проваливаетесь в настройки, в левом верхнем углу три полоски нажимаете и проваливаетесь по меню в так, материал настройки, в настройки, трансляцию. Три полоски отжали и проходим вовнутрь. Все вот эти вот фишки фиолетовые, которые вот показываю, вот эту должна стоять. Вот это должна стоять. И нижняя тоже должна стоять. Убедитесь в том, что они у вас установлены. Если они не установлены, установите. Тогда видео будет храниться 7 дней и никуда не денется. То есть для администрации важно видеть, какие игры у вас прошли.